тебе точно можно представить. Да. Вот так вот будет вообще прям десерт от Юли. О, добрый день. Добрый солнечный денечек. Какое солнце. Весна. Сегодня нет такого тумана. Доброе утро. И все видно. Голос за кадром не слушаем. Смотрите, сейчас мы сюда пойдем кофе пить. Знаете, мне сейчас пришла такая мысль, что оказывается, можно ничего не делать иногда и получать от этого удовольствие. Я сейчас это чувство поймала. И уже не представляю, как можно несколько дел одновременно делать. Не знаю. Поступил вопрос. Юля, что вы можете, кроме того, как заниматься бизнесом? Сейчас покажу. Так, переходим дорогу. Дорогу переходим. Посмотрите, иду через какой-то рыночек. Таких красивых цветов. Это для вас. Какая красота. У меня вообще все везде красота, красота, красота для меня. Ответ для тех, кто ответил нет. Не знаем, как это получать удовольствие от ничего не делания. Для начала надо заработаться. Это чувство само придет. Как-то так. Что? Оп! Мы почти сделали это, мы дошли. Ого! Немного устала. Сейчас подойдем поближе. Смотрите, в магазине вот такие вот стоят, как это назвать, капсулы или кроватки. Покупаешь себе кроватку на несколько часов, и вот кто-то спит, смотрите, и спишь в магазине. Сразу скажу, что с ногтями играть не надо, но неудобно. Мы находимся в Дубай Молл. Смотрите, как сколько желающих хотят посмотреть на рыбок. Красиво, скаты плавают. А, скажите, приставайтесь. Вот у меня как-то вообще спокойно. Но вот эти будут меня всегда привлекать. Смотрите, просто ручная работа. И вот эти. Какие они кукольные, да, эти? Да. Мой оттенок. Нет, не этот. А вот этот. Вот он. Вот это прям мое. И еще. И еще вот это. Так, все, я пошла. Я не могу, я хочу очень вот что-нибудь такое. Наверное, я ничего не буду. Басма. Ну, я. Ебать.
Сейчас познакомимся с какими-нибудь новиночками. Может быть, есть что-то новенькое? У меня практически все есть эти ароматы. И в последнее время они как-то меня... Ну, не как мне. Доброе утро. Солнышко еще низко. Сейчас, если я решусь и соберусь, то я пойду ходить. И, может, даже бегать. А это я. Сейчас пойду кофе пить. Такое утро хорошее. Солнечное, такое солнечное. Все вопросы вы можете оставлять здесь. А я отвечу в течение суток. Нет, в течение ближайшего времени. Вот так вот легко. На улице все кушают. Тепло. Водичка как будто меня ждала. Да, ведь вот такая есть, какую взять, и вот такая. Ну все, я дома, начинаю отвечать на ваши вопросы. Я даже специально подготовила кое-что. Если вы не обижаетесь, что я не ваш вопрос, например, выставлю. Если есть несколько одинаковых вопросов, например, про... про то, какие маски и какие крема я использую для лица. Я выставлю вопрос ваш один... В общем, один раз отвечу. Сейчас просто будем накладывать себе ягодки. Вообще, сдуреть можно. Я лопну. Если несколько вопросов одинаковых, я один раз буду отвечать. А не несколько, так что получается так. Начинаем. Когда я вижу столько зелени... Все, мне так хочется на кухню к себе быстрее готовить. Салатики разные. Как я хочу домой. Вот что значит, когда тебе ничего не нужно, и вдруг опять что-то хочется. Любимая маска это вот эта вот. Вот она. Вообще считается эффект моментальный, мгновенный. Сияние, лифтинг, увлажнение. Под глазки вот это вот. Сейчас покажу текстуру. Вот такая вот она. А! Вот. Я, наверное, быстро снимаю. На любой вкус и любой цвет купальнички. Это под глазки маска. Я не умею красиво говорить и рассказывать, но я одно могу сказать. Вот 10 минут и все. И вот эти вот наши все уставшие глазки, мелкие морщинки, если они у кого-то есть, они есть у всех, уходят. Но вот мне нравится такое. Боже, нет. Говорит, что как у бабка. Шорты как у бабки. Не берем. Наконец-то мы переехали в свой родной номер. О, с бассейном. Дождик стих. Любимый крем под глаза закончился. Покажу вам его завтра или послезавтра. Но он тоже из фирмы Гино. Умываюсь я вот этим средством и вот этим. Это вообще супер средство. Его надо фотографировать. Он как пилинг. Обалденно очищает. Ой, что-то не поняла. Ну что, идем гулять? Идем гулять. Меня отпустили сегодня вообще 2 часа. Гулять, может, пойдем в какой-нибудь парк? Или вообще... Ну, продолжаем бьюти-сторис. Не обращайте внимания на руку. Я выдавила здесь маску, чтобы она не пропадала, пусть будет на руке. Крем, который уже почти закончился, все, бутылек уже пустой. У меня очень-очень сухая кожа, поэтому это мое спасение. Сядем в кафешку, закажем кофе.
будем сидеть на всех смотреть. Предлагаю, что хотите посмотреть, куда идем? Всегда нравился этот потолок. Необычный, такой парящий, да? Погодка. Ну что делать? Посоветовали идти в магазин.